за последнюю неделю, вот, буквально второй день только относительно так более-менее затишье. И то здесь на Зайцево ее никогда не бывает. Все равно хоть в течение дня, хоть к вечеру, хоть ночью. А можно сказать тогда, что перемирие не соблюдается на 100%? Ну, это вот однозначно, что оно не соблюдается. Даже на наши односторонние действия, когда мы вообще прекратили любую стрельбу, даже не отвечая на их выпады в нашу сторону, все равно стреляет. А вы думаете, что еще долго будет как бы такое хотя бы минимальное затишье? Ну, я думаю, недолго. Верить никому нельзя из них. Il 29 settembre siamo tornati nel villaggio di Zaitsevo per verificare se effettivamente la tregua sottoscritta inizio del mese e poi riaccordata tramite le autorità della Repubblica Popolare di Donetsk viene effettivamente rispettata. Da quanto hanno detto fino adesso i soldati nelle trincee non esiste alcuna tregua, la tregua non viene rispettata da parte ucraina, continuano sebbene in modo minore i bombardamenti con diversi tipi di armamenti come lanciagranate automatici, fucili e mitragliatrici di grosso calibro, però quantomeno non viene impiegata nell'artiglieria e raramente vengono impiegati i mortai. L'ultima volta questo villaggio è stato bombardato pesantemente un paio di settimane fa, ma le battaglie, specialmente la notte, continuano. Значит, от этого участка просьба пригнаться и добежать до окопа как можно быстрее. Кто хочет посмотреть передний край, может взять бинокль. Сколько вам? Человека много раз не трогать, 24 года. С Горловки, да? Да. А сколько время воюете? Полтора года. Полтора года и все время здесь, на этих позициях? Позиции. Куда пошлет командование? Ну, в основном вот в Горловке. В районе. Да, так точно. А почему решили вступить в ополчение, воевать? Ну, потому что, во-первых, я же говорю, надоело, что моя семья в подвалах прячется. Во-вторых, выезжать с этого города я просто не собираюсь. Я собираюсь его просто отставить до последнего. Насколько хватит меня или насколько эта война продолжится. Ну вот есть эти минские договоренности, и в этих в этом протоколе написано, что по сути территории Донецкой и Луганской Народной Республики должны вернуться в составе Украины. Во-первых, пускай они в первую очередь народы это спросят. Во-вторых, пускай они хотя бы прекратят обстреливать тот народ, эти территории, как они считают, что это их территория, 120-ми минами облаживать каждый день. А потом уже пускай они людей спросят, захотят ли они вернуться или нет. Лично вы бы вернулись? Нет. Я не могу просто жить под тем флагом, под которым меня убивали. Просто нет. Пытались убить. Опа.
Ну так вот, позавчера утром, в районе 8 часов утра, мы с Саньком пошли связь настраивать. Ну, за ночь перебило где-то, либо осколком, то что АГС пролетал туда, вот, либо пулей перебило провод. Ну вот, ну, нас погонял немножко снайпер. 8 часов утра, заметьте. Погонял по огородам, побегали там, нормально. Вышли на улицу за дома, нас уже не видно, как бы идет навстречу гражданский с сумочками. Говорит, что пока он шел с магазина до этого места, что нас увидел, говорит, 22 раза слышал, как пули там сбивают ветки над головой. Выстрела не слышно, а пуля пролетает. Ну, такое вот, ну, в общем, не знаю, вот это ваш, ну, так называемое перемирие, да, что можно и погонять гражданского, поиздеваться над ним просто. Ну, не убил, не ранил, ничего, он просто издевался над ним, пока человек шел с магазина с сумками. Да. Да. То, что они говорят, что они воюют, чтобы за единую Украину, это ихняя земля. Что вы думаете? Ну, давайте так, да, сначала ихняя земля. Я здесь родился, здесь родились мои родители, здесь мои дети сейчас родились и растут. А он приехал, допустим, да, там, с Львова. И вот скажите, чья это земля, да? Вот они говорят, это наша земля. Вот он приехал освобождать меня с моей земли, там, где я родился, вырос, где я учился, где я работал на предприятии, где я как-то помогал своему региону даже в чем-то, да? Вот, и он пришел меня освободить от этой всей моей обязанности, сказать, все так, друг, все, давай, тут я, моя земля, я вот все. Мало того, с оружием пришел меня освобождать от этого. Соответственно, ну, как бы, отвечать нужно адекватно на их поступки.